Республиканский общественный совет по борьбе с коррупцией при партии «Нур Отан» вот-вот постигнет тяжелая утрата. Пост председателя, что любопытно, добровольно и безвременно покидает Уралбай Абдыкаримов. Правда, только после Октябрьского съезда партии. Решение я принял, поскольку это общественная работа. Эта работа отнимает много сил. Судя по этой цитате, гражданин Абдыкаримов устал не на шутку, а всерьез и надолго. Работы на этой ниве каждый день только прибавляется. Поэтому несколько лет назад глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телебеков даже предложил казнокрадов просто отстреливать. Вот чем правоверному запомнился отставник Уралбай Абдыкаримов. Этот человек ничего не сделал, ничем он не запомнился, абсолютно не выдающаяся личность. Более того, я хочу подчеркнуть, что практически все крупные коррупционные скандалы, все осужденные чиновники, по сути, все являлись практически без исключения членами партии «Нур Отан». Как на должности общественного борца с коррупцией может сидеть такая личность? Удивляется старожила казахстанской политической кухни Серикболсун Абдильдин. Я слышал кое-какие шумихи, что кого-то поймали там, когда получал взятки от 4000, там больше, в долларах, то другое, третье. Но я не слышал, чтобы он кого-то из больших китов, чиновников, положил на стол, передал по нему на рассмотрение прокуратуры или суда разбирательств. Должность главы комитета по борьбе с коррупцией при партии власти – место популярное и непыльное. Но у пенсионера Уралбая Абдыкаримова за плечами жизненный опыт и госсекретаря, и помощника президента, и сенатора. На заслуженном отдыхе герой обещал, что тоже займется прибыльным отстрелом, охотничьим туризмом.